Вы хотите танцевать? Это же ведь поп-дискотека! Тогда я хочу, чтобы сейчас вот это море колышлось волнами. Поехали, танцуем! Наверх, все! Just pull it down and zip it. I touch myself. Forget the buttons, rip it. Take a gun and unzip it. You found the pot, now dip it. Shut up, baby, don't you hate it. Стоит лучшие люди на сцене и самые лучшие звезды здесь, так сказать, перед нею. Бьянк, ну скажи, сальто только что сделал Лазарев во время этой песни. Раньше до него это исполнял, пожалуй, только Олег Газманов. Ну, а у тебя тоже есть кое-какой, скажем, фирменный знак, фирменное движение. Можешь это набрать? А еще? Ну еще? Движений много, но у меня платье немного сковывает, к сожалению. Ну ладно, да, еще разочек. А? Еще разочек. Ну, скажи мне, пожалуйста, Бьянка, ну, а как ты, ну, ты, во-первых, самая провозглашенная королева русского R&B. Вот давайте корону сделаем, да? Скажи мне, пожалуйста, как ты думаешь, чем может отличаться русское R&B от латвийского? Я думаю, что русский R&B чуть-чуть быстрее по темпу. Это, во-первых, я не знаю, если честно. Я думаю, что R&B каждого народа имеет какие-то свои отличительные черты. То есть чуть-чуть помедленнее. Хорошо, последний вопрос. Скажи, пожалуйста. Боже мой, мне сказали, Сережа Лазарев разделся. Мы вернемся. Боже мой, это нельзя пропустить. Мы вернемся с Бьянкой обязательно. Shelter, I'm lost without your love. Like a
Мы снова